Все-таки удаленное управление надо попробовать. Допустим, на минимальной скорости вперед. Но он не знает правильные порты, к сожалению. Можно немного ускориться. Вот. Ну, самое прекрасное, что программку можно отлаживать прямо по Bluetooth. То есть, запустив его в дверь. То есть, нажимаем на play. Компилирует, скачивает и, собственно, поехал. Посмеялся, развернулся. Посмеялся, развернулся. Остановим. Также, допустим, если отлаживается какая-то программка, можно его направить вперед. Положить, к примеру, листик. Белый листик. Блин, чего тут понаписали, это страшно. И диапазон цветов выставить, к примеру, на белый. И, собственно, запустить. Смотрим. Опачки так. Ну-ка, что у него будет, интересно? А, распознал. Ну, в общем, он теперь живет чисто своей жизнью. Ох, зацепилось-то что-то, а? Ё-моё. Слезла. Ну, это же умный робот, и он, собственно, увидит препятствие, я так думаю. А, не увидит. Увидел. Ладно. Стоп. Собственно, вот такие дела. Спасибо всем за внимание.